Хилы там ничего не стакаем, все под босса носим. Давайте чек на пул. Вот. Да, давай, Талику, поди, блядь, Джерри, он забери и идите нахуй вообще. Дай теперь с тобой. Потом на киншу заметки, что типа я сролил, а ты задонатил. Да, блядь, Дима, дай при с тобой. Джерион, не похуй. Так, давайте, все готовы, танки спускайте. Ты мне голду бы на Вармейне купил, чтобы я там нормально играл. А ты мне отсосал? Я бы, да. Че, Дима, опять по старинке боб тебя кидает? Давай. Бля, лучше б не надо. Да не. Там у нас связка уже. Тело. Смотрим, сейчас будет подтяжка 5 кидай, секунд. Да, я кинул, вижу. Давайте, бежим. Беги, малышка, беги! Да, тут это будет сразу идти, если мы будем падать там, кто умирает на притяжках, на глыбах. Давайте, задуйте, сейчас взлетка будет. Давайте, рейд наверх, метки вниз, смотрим метки. Так, на мне метка, мутант метка, протопал, понимаешь. Смотрите сами, где падает. Бейте точно, бездох. Чё, себе метка где-то в жопе? Да-да-да, она прикольная. Чья это метка? Не знаю, пойду туда. Боже мой, я умираю. Нет. Лыбу прожми. Лыбу-то прожми. Сука, блядь. Может, склеп разобьют. Бейте склепы, алло, справа падает. Ваня, ты чё? Где ты? Я в склепе, я сказал. Слева. А, слева падает. А кто в жопе там в склепе там стоит? Что он там делал? Хотел воду спасти. Протопал, верни уже. Он умрет. Злой вайп и рейд быстрее. А чё я-то, блядь? Да Дима туда стой вайп прилетит. Кукурузик, иди. А Дессер нет? Ну, Дессер тоже прилетит. Кукурузик, иди на той стороне, ресни. Пусть реснет Дестер, а Дестер меня реснет. Почему он туда побежал? Он отошел в АФК. Ну кто-то, перебегите на ту сторону, реснет Дестера, он меня реснет. На той стороне. Сейчас после притяжки. Уже притяжка. А, все, побежал кто-то. Сейчас притяжка. Беги, малышка, беги! Бежим. Риги, вставай. Сможешь встать? Дессер, вставай, Владик. Владик, пожалуйста. Так, захильте там Дессера, смотрим освобожденка. Так, три хила освобожденка, милики, вообще два стака максимум. Просто ничего не стакаем. Ну, бегите сюда, бегите, бегите. Он меня не резал. Бегите сюда, кукурузка, Дессер, бегите. Ничего не стакаем, РДД. О, милики, два стака. Смотрим. Так, что там, взлетка сейчас будет, задот эти. Дайте там пока фулл баф и приста баф, каску дайте. Смотрим, метки вниз, рейд наверх. Каску. Так, я в метке. Коля, дай каску. О, спасибо. Да. Смотрите там, говорите, где падают, пейте точно. Слева падает. Не пейте склепы, пидоры. Справа падают. Центральные склепы не бейте. Бейте эти, там что справа, слева, слева падает. Почему у левого склепа дальнего full HP, а у центрального 100 тысяч? Вы кончили? Да, что пидоры не били. Разбивайте, бля. Ясно, надо петь на HP, пою. Ой, петь склепы все. Четырех хила. Милики, два стака максимум, РД не стакаем. Что, ДПС мало, давайте булочки поднапрягите. Полторы минуты, Дима, в опусе. Ну, третью фазу стоит. Смотрим, сейчас притяжка будет, готовьтесь. Беги, малышка, бежим. Беги!
Так, два хила, давайте, короче, в первую сторону. Первую сторону, там рост один, все нормально будет. Да нормально, там два хила только освобожден, смотрим, сейчас будет метка. Так, сейчас на ком-то метка будет. Security, выноси в сторону, Значит, в сторону. Милики, идите, бейте склеп. Ох, блядь, кто-то, сука, хлопает. Милики, склеп бьем. Слава, по команде на хп ты споешь, если что. Далее, следующие подбоссы. Освобожденка, смотрим. Подбосса, Феникс, прожмися. Да, бежи, бежи, бежи. КМС, ну, хорош. Скидываем, не бьем. Там танки меняйте сами. Следующий тоже подбосс, разбивайте. Лар подбосса какой-то, милики ушли. Ушли милики. Разбивайте. Так, сколько там? Все нормально, подбосса следующий. Разбьют. Уверен, что подбосса? Ладно, стой там, стой там. Давайте, рост. Бейте склепы. Следующий точно под босса. Не, ну это я тоже под босса отнес. Поклон, стоп, принять уже. Давайте, Дима, под босса, ушли милики, ушли. Ушли, ушли. Так, сейчас там бейте, бейте склепы. Следующий под босса будет притяжка. Пока ты освобожден, просто пиздец. Сейчас кину, Дима. Угу. Шоу под босса, милики ушли, сейчас притяжка, это склеп не бьем. Ушли милики. Ой, бля. Ну не хлопайте, вы конченые присты. Идите в жопу отсюда. Осталось можно хоть. Так, отбежали, следующие под босса. Кто там? Security. Ушли милики, ушли. Разбиваем сразу. Под босса следующий. Давайте посмотрим, под босса несем. Феникс под босса, ушли милики. Следующий в сторону, этот разбивайте. Давайте разбивайте. В следующую сторону. Пуля на вылет в сторону, добиваем. Персирк 3 минуты, капец. Пидоры, тут какой гондон захлопал меня, сука. В сторону, в сторону, в сторону. Все, разбейте скреп. Алик, вот, хорош. Алик. Заебись. Да, детка. Давай, Джерион, ты мне катушку же уступишь, да? Смотри, он еще один ролик. Сейчас на половину, бля. А, бля, там... Не, нахуй, пошел, давай, забирай за фул, бля. Ролите покорить. Умрите, кто там ролил Тали. Просто умрите. Ага, пошел нахуй, ты так катушку забрал, блин, гандон. Че мутант? А, да мутант, нихера себе. Да там Дима, смотри, вырывается на катушку. Да он уже не заберет. Странно, что Ваня. А Джерио, нет? Кстати, слышишь? Че такое? Ну, ты не видел, что ли? Шо-шо. Да ладно, там. Че, на кровь не идем? Там сразу до реча пошлите, нахер надо. Пошли на кровь, ебать, хули. Да. Знал зло, я знал, я не буду тебе тыкать. Я буду тыкать тебе зло этим таликом, что ты задонатил, а я выберу. Обычный воровский можно тыкать? Блять, пойдемте на кровь уже, блять, по списку нахуй, заебать. Так, я этому Ферданту там следующий тебе туда дам. Сука, ненавижу вас. Да, на чумку пошли, идемте на чумку. Да пошли на кровь, блядь, пизда. Хули, на ледокрывах впервые сходили, блядь, значит, бля, и на кровь пошли. Да все равно. Дима, тебе тапки надо? Он не сролит, ёпта, их войс заберет. Так, Слави, на тапки. Тебе катушка надо, Славик, Славик? Сейчас он кикнет, Славик, но я не. Это Войт шел хлопистом изначально? Да. Он ничего в РК не написал, так что можешь забирать тап. В смысле? Ему что же надо? В холли присты их не носят.
не знаю, это Джерион так решил, значит он не носит их. Блин, не носят тапки. Какие тапки они носят 264? Это единственная ткань 277, которая падает. Дайте бомжей, диспельте, встаньте. Давайте вам поганчи среда, выведите, поганчи среда, выведите, кто-то там на коммон. Сливайте массами. Просто талик прокает по-божески, да. Давайте печеньку сейчас льем точно, чтобы не хлопнуло. Да, пидорасам всегда нахуй везет, блядь. Психу повезло, блин. Этому хуесосу повезло. Пошли нахуй, а я, блядь, три рейда ходил, и он не упал, блядь. Пидорасы, блядь. Чего ты первый забрал? Ты понял? Понял, половина? Да, да ладно. За половину? Грудь половина. А, ну значит, то есть вы врываетесь на катушку? Да. Я тебе писал, что оставлю. Ты что там, злой, тебе надо? На чумку идем? Или... Пошли на Багровый, мне катушка нужна. Пошлите на Багровый. Ты чё, блядь, это же мы трэш зачистили, он же резница. Да ебоха, пошли на Багровый. Да он есть, не бойся. Идем на Багровый, нахуй. Тих, сейчас катушку заберет еще. Так он же шмотку забрал уже. Так я шмотку зачарил, я не передам уже. Так это левая рука Ваня. Все, как он будет? С одной правой, что ли, бегать? Ну да. Еще надо, чтобы это не канал. Чтобы этот упал, как это параш называется. Идемте, печенье. Сейчас там сидит, там сзади. Что за спиной висит? Ну объект ты за 10% Джерри он заберешь, он тут нахуй вообще не понимает. Точно печеньку. Потом массами это все. Блин, меня просто пролагивает, это пиздец. Да, сильно лагает. Ну приколи сейчас бы на личе лагать. А что на Вармене будет твориться? Там нету лагов, нету при 20, ой, при 12 онлайн. Это на кучной лаге. На циркуле, да, все верно. На циркуле а на кучной лаге, потому что там я видел, что собирают в чате тройку, пятерку. Так, пришли, пошлите со мной наверх, сейчас будем контролить. А чё, кстати, удачи. Тима Уваров на БК там все еще казнь вшатывает, мама не балует? Ну, я Варов качал для ПВП, я там буду нагибать Варов. Такой ты хуесос, псих, блядь. Дайте точно по печеньке. Ладно, давайте звездочку, звездочку бьем. Я там звездочку бьем. Самого розного предмета. Стактик на айсблинг прыгнет. Надо, чтобы упала катушка. Дима, я заберу Джерион. Кто? А ты, блядь, беги уже, на тебя сейчас так не прыгнет. Не похер. Да, блядь, иди нахуй. То есть ты, Дима, не проверял, когда качал? Вшатывает там казнь больно или нет? Блядь, на 10 уровне. Как я проверю, если я 26 уровень? А, так я думал, ты там уже качнул, вся. Да мы одинки там играем, потому что то я работаю, то Димон работает. То рейды на этом конченном циркуле. Вон, тело зато за половину забрал, Димон талик за 50, хорош. Кстати, выбил талисман, да, без доната, по-моему, он. Щупальца без доната. А, щупалки, да, щупалки, да, это в моем рейде было. Ебать, самогон из-за хуйни покорел. Пизда. Давайте так же самое тонкое. Просто помнишь, как его горело? Он час 30 в РК что-то доказывал. Дима, ты задок? Это задок дал Виталику, короче, поезд. Там еще Олег был вроде, РЛ. Какой поезд? Да, с ребра. Я... Они там спорили, что он за шмотку не... считал. Я тот пояс даже не ролил. Мне прилетает 600 гп, кидается этот пояс, я его даже не ролил, и все начинают что-то пиздеть. Это не в этом рейде, тупица. Тупица, это не в этом рейде было. Блядь! Я вроде, блядь... Слушай, ну, хороший тактик, блин, вообще верных, блядь, пацанов вырезает.
Блин, я в натуре, я два босса уже напуливаю на Диму, эта сука никак не дохнет, блядь, дохнет постоянно злой, блядь. Потому что он тип ебёт, блядь, смотри, что он делает. А ты хочешь, чтобы он сдох? Диван. Сейчас там копии, подожди, будут. Прикинь, они там будут еще убивать эту эссенцию души, это пиздец. Да не, Ваня, ГП еще даст, блядь. Нахуй, я больше не буду бить трэш, пошли в пизду. Спасибо, верно. Ты садись на тех пацанов, кто умирает, а среди Ванек сдох. Пей там печеньку точно. Сижу, блядь, пожру нахуй, хуйню. Сейчас, подожди, я приведу его. Где ты там? Чё, багруха, надо кому-то брать? Да, да, заберу, да, хуй, за 50. У русского плюсанул, я думаю, там, в ауте, блядь, сука. А тут есть доп. ЕП, если мы ни разу не умираем на босса? Да, какой-то таут, я уже понял, что все шмотки на РДД тут между тремя делятся, блядь. Все верно, молодец. Да нет, ты не прав. Кто, блядь, 25 лет хуй кого вытащишь, блядь? Не прав. Лучше бы Рогу сюда пошел, в эти два КГС. Там хуярят. Ой, злой, ты где? Че? Ты где? 25 гери. Кто это? Кнут и пряник. Так, заблокировать. Да это не кнут и пряник, тупой. Так, ладно, посмотрим, в каких он еще группах. Ctrl, Alt, Delete, заблокировать. Ай, блядь, идиот. Али, блядь, права не бью. Сука. В натуре. Че, пойдешь в гильдию к нам, Леха, ЗОЖ? Ну, а нет, я в гильдиях уже. А в каких ты гильдиях? Торты группы назвал, там гильдии есть такие. Кнут и пряник? Не, был когда-то. А чё ушел? Потому что я не хожу в рейды. А чё ты делаешь? Ничего, просто играю. Ты школьник? Своё удовольствие. Да. По голосу слышно. Я и сказал да. Мы же на боссе, пацаны, давайте чекнуть это. Да, давай запускать сразу. Ладно, короче, хантаи. Короче, все РД накинайте, если катушка, Ваня. Падает, да, катушка мне вторая будет. Ванек, Ванек, 10 кагалды дам есть, что это. Ну. Босса запустили, алло. Давай, БДК на двоих, тундрама на БДК на пульте, протопал на кирисете. Длань спасения на Менск, да? 300 фласок из ПД Крит дам есть, что, ну, короче, ты понял. Думаю, мы договоримся. Салка, привет мне, пожалуйста. Уроните катушку, блин. Бежим. Не хочу, блядь. Ебал. А нахуй я подбиваю тут? Я все равно катушку не ношу, похуй. Если это точно, бейте. Оранжу не держит. Так, этот кукурузик, кресло или сака? Катушка! Дайте гимну на хп. Захиливайте речь, ждите, пока вас стаки не скинутся. Там еще же падает, я далеко подбейте, бля. Где она? Я не вижу. Папа решает. Катушка. БР будет? А, это походу меня заявляет. Бэрните, бэрните. Деса и Лиса. Так, снова захилься. Нарос давайте. Сейчас перейдет, можете дать. Ваня, стой, не водни. Дайте мэлбов. Бресните, Деса, братишка, пожалуйста. Давайте, рост. Через толдором обейте. Дарксайд, ресни. Ладно, резьте его там. Спасибо, Ванёк.
Блин, тут никто не резает. Сука, мутант. Походу тебя никто не любит, а ты их хильди. Я ж подбил её. Это вихрь. Бегите там на каком-то пламя. Возле босса падает там. Подбили возле босса. Все упало. Пизда. Не-не-не. Чума, чума, спам. Не упало. Почти конченый отличник. Я постою пока. Ждите, пока стаки скинутся. Мне кажется, сам Антон Кощуков не умеет поднимать кинетику. А нахуя? Он Кощуков не носит мать. Просто, блядь. Вихрь, бегите. Бля, какой пидор ко мне подбежал. Моя чаша полна. Прольется кровь. Че из-за лака это параш? Он Дарксайд для ареса, Дима. Там вон даже АДК бьет. Дай тимка. ШПшки подбивайте, кинетику, мне неудобно, мне не выстрелено эта хуйня. А, вон, нашел, иди сюда. Давай, кинетику точно бьем. Лаги сильные прям. Кинетику там смотрим. Вообще пиздец, если честно. Вообще жесть, ты сравни этот сервак с тем. Все, все, уже он лучше, я уже сказала. Спасибо. Там две кинетики падают на лестнице. Пизду. Разбивайте Кириса, это уже все отбейте прям. Сменится. Ух, ее притянул, блядь. Дебил. Мутан, блядь. Че, ща упадет? Катушка, да? Злому не везет на лут, катушка не упадет. Ёб твою мать. Я верю в то, что она упадет, подожди. И кольцо упадет, отвечаю. Катушка, катушки нет. Катушка, смотри. И. А, кольцо, катушки нет. Злой. Понял, да? Ну так все, ладно, всем спасибо, всем удачи. Ладно, кинь пати хули. Он тебе сейчас ГП залив кинь. Надо кому-то боячит. Давай я расплю. Убери. Дай поятит. Дед, в какой пати отошел? Джерион, я тебя ненавижу, ты хуисос просто. А, зато я предсказатель. Смотри, колечко упало. Ты хуисос. Думаю, не думаю. Ты на колье не врываешься? На мой спек. Я на колье врываюсь, блядь, да. Но оно не упадет. Только толку мне это колье, если у меня, блядь, здесь игер есть. Он не сильно, блядь, прибавит. Ты его сложнее выбить просто. Не, вообще похуй на него. А волки, растите куда можно. Марин, забирай шмотку, слышишь? Злой. Иди нахуй, блядь. Ладно, отойду позвонить по телефону. ГП, блядь. Отойду, значит, катушку. Отойду, заносить катушку. Давайте этих двоих право-лево контрольте. Право-лево контрольте стоит. Тэш, сливайте. Через печеньку. Ваня, если упадут тапки, ты действительно отдохнешь. Их войду отдашь? Да, играйте в печеньку. Стыдно потом не будет? Да не, уже хилить научится. Да, он не хилит из-за того, что ему не хватает там много скорости, да? Ух, ну не знаю, там случайно продал пояс в Сарай 25 гир, когда банк чистил. Ну, конечно, печально. Шаман. За кого, за шаман? Да. Я ж говорю, вот двум хуесосам везет. Джерриону, блядь, и психу нахуй. Я даже не помню, когда я забрал талисман, если честно. Просто так. В первом рейде как магом пошел уебок.
А я рассчитывал на какое-то колечко, например, совета. Хотя бы. Спасибо Ване, что он тогда взял. Когда ты еще объект за 10% забрал. Хорош. И коня, да, еще сразу? Хуй знает по поводу коня. Да, ты еще тогда и коня забрал. Ну, нормально. Я все, я приуму нахуй, я не хочу дальше идти. Сподлагивает, хуй куда мажешь по-человечески. Ну ладно, я там хотя бы шмот был на магах хоть какой-то, а не голым полностью. Где? На разрушителе? Да. Там был аркан маг, я дамажил как злой. КБшните? БДК. А есть у КБК камень на 12 силы заклинаний и 10 дух? Не может делать камни 12 силы заклинаний и 10 дух? О, а у тебя есть камень, Коль? Нет. А есть у кого-то амитрин? Амитрин есть. Там не амитрин нужен. Дайте чисто. Дайте им. А давай. Устраивай торги здесь. Фух, пизду не буду его бить, блять, трэш. Я один хуй я сорвал, блядь. А страхолит есть у кого-то? Давай я перепутал камни. Пизда, просто бомбы развесил и, блядь, всё, до свидания. Ух, чё ты их развешивал? Хуй знает по привычке. Чё, Ванёк, ты пойдёшь с нами? Да. Куда? На Outland. Да нахер надо? Тут 5 персонажа качать не хочу. Я быстрее работу найду. Ну хуй знает. Где вас вообще сыграет? Ну, тут, наверное. В Гербаде. Работу найдешь? Анти. А вы что, биткоины в 2009 покупали? Не. По-моему, их покупал. Паханулся, да, Поли? Угу. Халид, есть у кого-то в рейде, алло? К тебе уже отвечали, что есть. Дайте в глубаха. Пати, пожалуйста, стрихолит этому мини... Брату неба, блядь, сука, не написал, не могу выговорить. Меню Тору, дайте стрихолит, я запутал. Давайте штук, может, в глубаха давать. Подожди, мне камень, стрихолит, есть у кого-то? Алло? Бэ. Кого, Ник? Бэ. Конченый. Джерион! Кого страхолит? Конор уже ни у кого. А кем этот идет фейкаст? Для Джерион в натуре какой-то баран нахуй. Дайте страхолит, дайте страхолит, дайте страхолит, блядь. Так, давай, чек на пул. Кощука, ты же знаешь, что делать? Пошел нахер! Давайте танки на изготовку, идите, начинайте. А боб тебе, да? Ваня, не балуйся. Бери с Ваней, слышишь? Какой пидор со льву кинул, ты уёбок. Это не я, слышишь? Я и спрашиваю, какой пидор. Я могу в тебя сейчас кинуть, кстати. Надо?
Да, и копий нету. Блядь, все. Я там, блядь, 9-800 тысяч агро. Ебать. Че, после меня вот это, после того... Я прожался, да? Да-да-да, тебя салют кинул. Кира, так не можно сейчас пойти по АФК, что вообще чек кусить? Стой. Укуси. Спасибо. Кира, 10 тысяч. Тук тем надо было кусать. Да завали ебало злой. И катушку ты же бесполезен. Сука, Джерион по-любому нахуй накаркал пидор по поводу катушки. Я не знаю, вы там смотрите сами, потому что я просто висюшу просто. Висю? Ты чё, висишь? Висю? Да, висю. Я тебе сальву дал, может быть нормально. Дай лут. Кусите, Ваня. Нет. Хуй тебе, псих. Смотрим, то сейчас вроде эфир будет оттушить хер. Увиделся. Так, Волкер на хп по команде. Давай. Встаньте в ренджу. Дим на хп лучше. Братишки, укусите ханта. Сука, в мелизону, блядь. Откуда зеркало на ядро и в бане, блядь. Ну, может, шару сорвал. Кстати, рост. Бедный листал, он сейчас умрет. Но! Шо, глубоко, да? Блять, задал сову. Лейте ману. Так, Волкер, дай ему на ману. Ты просто мне первый тут по списку, кто стоишь, короче, по брестану. Орехи забываешь, ман. Ты вовремя напомнила, когда босс убили. Почему он забывает? Мало кому-то попал, я на ПВП на бесплатно. Пожалуйста. Нет. Бля, я псих старался для тебя. Эй, блядь, пока орехи забрали. Надо кому-то. Дали все равно. Сука. Да, давай. Конченые токены, блядь, падают. Кто так там обычный тебя... токен на варах хотел? Я уже отдал ему токен. Ну если ему еще надо, пускай берет. Тебе надо обычную подвеску удалить. Надо продать ее наоборот. Что, нарезать столько же хп, сколько и в норме? Там разница в 10 монорега. Ваня. Спасибо, Ваня. Я понял, да, хорошо. Сам упал, блядь. Есть у кого-то страхолит или нет? Да ты заебал. После рейда сделаешь все. Все равно ты бесполезный здесь. Смотри, Ракшас продам. Резко ты досланов. Да вон общий чат читай, слышишь? Там Ракшас продает страхолит по 300. Высыпь по 300. Ты чё, бабки мутит себе, пацан все правильно делает. Ой, за 150. А не, тебе же нужнее, он за 300 тебе продаст. Науки за 400. Продам фласки на СПД, нужно кому? Пизжу с ГБ фласки, если чего не надо. Только левый не говорите.
Так там журнал, Ваня, есть. Ну да. Ты ну ти, типа для рейда, типа, по чуть-чуть бери. Там до сих пор стак на танке лежит где-то. По 1300 на луке, нормально все. Че такое луки? Я для себя. Че ты ходишь? Давайте собаку вот эту какая тут. О, давайте правую, правую. Блять, ладно, левую, левую, давайте левую. Играйте по вонючке. А вы ешь. Она бы это ГП себе фармишь. Кто я? Вон, тебе что, чешка не нужна, что ли? Так там чешка никому не нужна. Так, смотрим, давайте, Варя, ШВ, забирайте на себя вонючку. Анимал Джаз, давай. Бабл, забирай на себя прелесть. Кого играем? Вонючки, алло. Вонючку, вонючку, уешь. А у меня баблка, да. Кто там? Собирайте под баблом, вонючку заберите. Кстати, до пьюка, короче, будет еще сверху, если мы это сейчас убьем, две штуки сразу. А давайте. Клонского БР. Дайте гимн на ХП, гимн на дайте ХП. Поклонского БР. БР, поклонского дайте на ХП. Все, бурсты решают, короче. Теперь вторую заливаем. Это плюс 500 хп. Престол за гимн. Давай. Значит, следи. Видите с меня, собака. Сейчас не умри, блядь. Давайте ребу покачаем. Тут, оп, тут оп, за оп, одного лободы два. Молодцы, лес эти паши. Стойте тут с баком еще надо. Давайте на правах кто-то валите, сюда сбегаю быстро. Коля. Ну дай ФПМ. Помогите, пожалуйста, подхилите. Так где ты там? Улыбистый. А сейчас затанчишь, я тебе дам камень. Успел, мы станды. Уракша, спасибо. Блин, опять подхильте, пожалуйста. Конченый коблин. Где ты там стоишь, слышишь? О, пизда кому-то там. Секьюрити, пока. Что происходит вообще? Не надо на меня бежать, блядь. Что-то у меня резко отпало желание бить этот трэш. Давай, камень. Слышишь, нормально? Что? 150 грамм, да нормально? Да ведь сотни, Джерри, он и сделает тебе камень. Джерри, он за 7 с голд сделаю камень. А чё, может, на тухлого сначала рост, чтобы подхватился? Кладно же, пусть. Можно будет дать на этом рост. На тухлопузе. Че запустим первый раз? Да ну не, лучше на. Давайте смотрим, кто по рейнджу. Охотник раз. Сова 2. Блять, выбор небольшой. Врагов у тебя нет, три шипка 5. Протопал 6. Давайте. Да, протопал 6 и 3 мага 9. Ну, хорош, спасибо тебе. Так. Так, сейчас всё нам придёт, будем фунбахать, давай. Давай, тебе хватило, Ваня, останься. Бульдог, ты хочешь махнуться со мной на рейндж? Да, действительно. Экзорцизмом побью, хули. Все, что ты можешь тебе фулбафы дать. Он там все голоса набивает, мутант. Так, давайте чек на пул. Дайте там пристабаф дайте. Тут присту дает эти штаны его с это. Скорость крит. С этого и меткость крит. Меткость. Так, security, да.
Дайте приставку. Что делать? Мне и так меткости до херищ. Дайте приставку, Дима, дай приставку. Одень штаны, которые крафтовые. Я уже понял, в натуре. Так, секьюрити готово? Все, давай, ДК, начинай. Просто под копии. Спасибо за рост. Там Ригер, дай тотем на силы природы. Перебегайте, не стойте вместе, когда лужа кидается. Так, готовься, сейчас будет большой в центре. Большой забирай. Бабл прижми, Эфестиум. Бабл. Чё ты это поздно сказал? В лужу, блин, канулся. Так я отбегу. Ну и лучше, кто на замену выйдет раньше. Да не надо. Спорим? Ну там Баркхас не выйдет, он ДВС, там демона. Он же пустый свой отдал. Демон на ранжу выйти? Не-не-не, стой пока, стой. Взрыв. Взрыв. Вышли с центра. Вышли, 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 вышли. Вышли. Так, давайте обратно в центр. Там кому надо. Дай саку, саку. Дайте гимн на хп быстро. Там блеванули много. Так, давайте все живы. Пошли все под босса. Кто там должен был под боссом быть? Шаман, иди тоже. Кралька. Кильте КД. Добивайте. Все, молодцы. Ого. Блядь. Здорово. Писать упавших. Шить надо кому-то на майнспект? Да. Я же сказал, что мы упадем. Давай за 10% вань заберем. Больше никому нахуй не нужен. Ты там за половину заберешь 389. Ну давай за половину. Давай за половину. Хотел бесплатно, да? Шип себе. Ну да. Надо кому-то бесплатно шапка и кинжал. Давай я распылю. Че я там это на тапке-то вырываюсь, да? По-любому. Порулить можно, чтобы этот тупырь забрался фул ГП. Кровь не надо кому-то, не? Поставьте Дживса, пожалуйста. Возьми кинжал этого, как там, веселый Джо. Да я распылил уже его, сейчас почти уже, успел, блядь. Здорово! Дживс есть мутант? Он
подойдешь, Данте. Дайте шкаф там сейчас посмотрим. Пока не бафайтесь. Эх, надо, жив, блядь, покоритель бы забрать, что ли. Дайте шкафчик. Дай МК. Дайте шкафчик. Дай МК. Да? Тебе. Дай Дживса. Хуйки. Потому что у меня его нету, блин. Тыкайте на сумму. Тапки не упадут, Войт там может не радоваться. Ноги, ставлю. Да, с меткостью упадут, да, Джерри? Да, да, ноги с меткостью упадут. А ноги с меткостью на ПУП, да, по-моему, хороши. А чё, тебе психокатушки ещё не хватает только? Да. Блин. СЛК, катушки, да, я всё, да. И тапок. Обогруха. У тебя есть? Есть, да, есть. Ебать ты гамадрил. За 50% забрал. Ты еще уже и гроть уже успел затрансмутить, пиздец. Так 11 гол перевалило. Дайте пристабов. И каску. Маму. Давай, чек на пол. Пристабов. Пристабов или... Дайте пристабов. Будет идет вагонами, бафать не может. Дай мне метку, Ваня. Так, давайте, споры, два метки выносим и к миликам. Кто вздыхает, тот не ролит. Отлично. Сейчас мы давай заблюем тебя, заблюем этого так, Войда. Так, на Диму, да? Так, да, секретик. Это. Так, готовы? Я сейчас подожди, буду с две стоять. Секунды. Помните, как с пимпом делали? Готов. Давайте, сходимся на позиции. ДК, начинай. И ты прожал уже копия? Нет, еще. Пидор, блядь. Там этот регистарт тайм от сил природы. Ой, а тебе тапки нужны? Конечно, да, да. Я же заберу, да, блядь. Профит у тебя летит. Вот, стоит в мини-зоне и ловит все эти споры. Хорош. И нахуй, да! Пельмени. А урон. Не хочу добашить. Бей, бей, не ссы, чё-то. Давайте все, можете больше не сбегаться со спорами, там команда пусть сами подбегают. Ваня, мутантам дать согрочь, это проблема. Ну вот, кинешь пирушка. Летел, что ли? Пирушка духа этого под взрыв. Тебя боб спасет или нет? Не. Психа, сколько у тебя копий КД? 2 минуты. Вот это замечательно. Вот это супер. Иди ко мне, злой. А хуй сам ко мне иди. Я... О, успел, блять, успел! Ебать. Иди лучше туда, забьёшь. Бля... Ну да. Дал перья, когда я не просил. Костюга, снимешься, Боб. Зачем ты меня выкинул? Не знаю, просто так. Блять, он мне не отображается, сука. Это специально, да? На последней секунде зато отображается.
Прощай, Фертроль. Ой-ой-ой-ой, где бабло, блядь? Сюда протонулся. Да хуйня была. Поманись, чувак. О, панцирь упал. Какой хороший. Надо кому-то задействовать. Да давай я распылю это все, не надо никому хмиться. Сейчас начнут опять просить. Так. Так ты сразу не пыли. Блять, слышь, Антоха, ну не успел ты. Пидор, блять. Я вот только нажал отмену, он распылил. Кто не ролите, когда кидают на нас? Сейчас, Джерион, там, все лось опять. Да я уже пошел встречать. Да нахуй тебе грудак, Антоха, бомб, ты все равно не стал бы носить. Ну да хрен его знает, может на кого-нибудь БМ или МНК, да, покатил бы. Кристалл пропасти важнее, ты че? Ха, кристалл пропасти, блять. Угу. Ты бы видел, блять, Ваня, сколько скорости Джерри он писал за пояс. Я представляю. Чё тут вообще голосовой набор стоит? Там как там палочка, шея, как-то там двойник, да, такой, дай пояс, дай пояс. Enter. Так, давайте никуда там не отходить, сейчас сразу будем пулить его. Будем сначала куклу ходить, как обычно, потом будем бурсты в стизне отдавать на переходке, сразу не отдавайте, с пула переводим. Так, переведем. Ты уверен в этом? Да. Так можно замедлять вообще первого. Не надо бурсты отдавать босса. Понял, отдавать бурсты босса. Интересно, типа команду, там смотри, что по бафам не хватает, может кто-то падал. Дживса не хватает. Лой, Сальва от КДшос. Да, да. Не похуй. Это проблемы мутанта, не мои. Чё зато, смотри, ретаунт и хуяк 13к, агро нормально. Ракшас всегда живой. Мне его жалко, он на каждом боссе почти мрет. А не, мы будем... бурстить. Ну мы будем переводить сразу, но без особых там бурстов. Ну не все, давайте. А копи можно, да, хорошо. Ты имеешь в виду, типа мы будем переводить, чтобы два слизня сразу было, да? Да. Давайте чек на пол. Переводите босса. Пусть друиды захватывают. У меня боб 40 секунд КД. Вот идите лучше оттуда. Кукуруза. Так, давай, паладин, пей куклу, сейчас будем ходить тебя. Идите ходить куклу, друид. Рейд пока стоим, ждите, там хавайте какую-то еду. Он пристоит. Буйный рост, там уложение, все, больше там ничего не рисует. Встань под куклу лучше, блин. Зачем? А все, ему хватит. Так, давайте. Мирик, идите на позицию, пока не путьте. Идите под босса, Мирики. Там. Давайте, ДК пули. Почему передавайте в лужах не дохните, как обычно?
сад, мы сразу переводим. Той. Тут, блин. Переводите. Хер знает, что получится. Ну, бейте, бейте. Наверное. Нет, не успеем. Успеем. Эй, так, давайте к столу ушли. Ушли к столу, дайте рост. Бьем красный, красный, зеленый, зеленого. Рост? К столу сбегаемся, да, да, рост, рост. Вот пиздец. Пальти куку. Где спальти? Это все за бутан. Да, короче, надо будет сразу бурсты отдаем, как обычно, переводим, потом в слизи будем сливать. Вставайте, бежим. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Че, можешь как Джерри ебаться? Есть у кого 20 криту сокет? Мутант, ты еблан, просто еблан! Ты еблан! Ты тупой, блять! Он водится, босс, по решетке! Сумонёте, я дверь быстренько открою. Слышь, ребята, такой вопрос. В четверг ЕПГП же не сбрасывалось, насколько я знаю. Клёво, блядь. Мы с Жирином заняты были. Интересно, чем был занят. Там друг другу подрачивали? Я ревнул оттуда. Решением совета гильдии Darkstars ВКонтакте было решено, что ЕПГП не будет сбрасываться в четверг на 10%. Будете ходить с таким же ГП всю жизнь, только накопичивать типа ЕП и все. А я читал, ты мне, короче, сбрасывал английский ник и полтора часа и заебался. Ребята, будете с ГП сидеть всю жизнь. Я русский ник это скинул за 10 минут после него. Сейчас скидывай, нормально. Да не, я могу только себя скидывать. Сука. А ты себя, походу, и скинул, ублюдок. У нас все заведено. Я скидываю сам себя, Менск скидывает сам себя, Войт скидывает сам себя, и Джерин скидывает сам себя. Я думаю, только я скидываю. Зачем мне скидывать? Я на 30 секунд. Тот ГП, блядь. ЕП, естественно, оставляем. А, так вот, надо Войду снять еще ЕП. А можно мне снять просто фул ГП? А ЕП оставить? Ой, это Ипаковского. Ну заходи, короче, 4 часа ночи сделаем. Хотя тут по-любому какие-то уроды играют. Типа Войда, знаешь, типа заходят такие. У меня же другой часовой пояс. Вы заходите, себе скинуть, вы там сидите. Сколько у тебя времени будет, когда у нас 4 утра? 8, наверное. Вечера? Вечера. Так, снимите Войда, дайте шкаф. Дайте шкаф Локи. Стегните. Присните Войда, где он там валяется. Справа где-то. С Келем попрофитнее будет. Совшее сердце есть? Нет вообще ничего. Не, ну в общем, я, короче, считал, я проебал где-то 2% крита, но приобрел 130 СПД. О, да, СПД это вообще хорошая тема. Короче, просто будем сразу отдавать, сейчас просто кукла будет как всегда там стоять, мы ее будем ходить, потом с Ларием отдаем просто и... О, дисконнект, привет, сервер. Димон. Идем на БК. Все, кто сейчас лагать не будет. Пойду я до ПК покачаю. Я отойду на 2 минуты. Че, теперь покурить можно успеть, да? Да. И не только. Там еще пояс откатит, этот пиздец. Он у меня в сумке зато будет. А кто вам остался?
Лич. Амор. Запускаю компьютер.